Тепло встретили летчики Ленинградского военного округа дорогого гостя, героя космоса Павла Романовича Поповича. Здравствуйте, друзья-однополчане! Как не обнять своего бывшего командира, подполковника Афанасьева? Сколько их здесь, боевых друзей! Самолет осмотрен и к вылету готов, докладывает, как и в годы совместной службы, старший техник лейтенант Супраненко. Техник взял обязательство, самолет, на котором летал Попович, должен быть лучшим в части. Что же, проверим. Много тысяч километров налетал на этой машине Павел Романович. Самолет в полной боевой готовности. Летчик-космонавт пожелал однополчанам новых успехов в боевой и политической подготовке. О многом хотят узнать от космонавта его товарищи по службе и те, кто недавно пришел в подразделение. В тот день много людей собралось в клубе послушать космонавта. Павел Романович поделился своими впечатлениями о полете в космос, рассказал о Кубе, где он недавно побывал. В заключение встречи гостю был преподнесен памятный подарок. Вот и пора расставаться. До свидания, друзья!